Всем здравствуйте, и сегодня мы с вами начинаем новую, или, больше говоря, вторую часть. Сегодня мы с вами поедем на новом троллейбусе. Я обещал в прошлой серии, что мы поедем с вами на ЗИУ-10. И вот, пожалуйста, я вам его раздобыл. Вот он такой красивый у нас. Нет, тут у нас ЗИУ-9 и смех. Ну что, я планирую, что пора подготавливать троллейбус к движению. Давайте начнем. Сегодня у нас будет синяя линия. Самая короткая. Ладно, давайте поднимаем рога. Одну секунду. Секунду. Вот, немножко проехал. Так, поднимаем рога. Так, включаем пока что аварийку, подготавливаем троллейбус к движению. Закрываем двери. И отправляемся. Ну вот мы с вами и выезжаем из депо. Нам налево. Так, поворачивается. Идеально поворачиваем. Так. А, там какой-то троллейбус мне показался. Да, там старый троллейбус советский. Так и думал. Так, заезжаем. Садитесь, пассажиры. Быстрее. Вот тебе обязательно в последнюю дверь нужно переться, да? Поворачиваем, нажимаем на поворотник. Так, поворачиваем. Ой, блин, тут, конечно, некомфортабельно на этом троллейбусе ехать. Но ничего страшного. Так, нам сейчас с вами нужно будет поворачивать. О, успели на красный свет. Так, нам сюда с вами. О, еще один старый троллейбус. Кстати, перед нами вроде бы. Да я не знаю, этот вид троллейбус. Сойдите вы. Новые пассажиры. Так, ты иди взад. Погода до красного... А, нет, поехал уже. Но мы успеем, но мы. Или не успеем. Или не успеем. Ну, ничего страшного. Подожди немного. О, ребята, там наш долгожданный троллейбус ЗИУ-9 едет. На котором мы с вами ездили в прошлый раз. О, КТМ едет. Отправляемся на следующую остановку.
Мы же с вами заедем на крыльцо. И там вот интересно, предупреждаю. А, блин, заносит. Не, красный свет. А, ну мы, в принципе, поворачиваем, ничего страшного. Мы догнали этот дим сразу. Никто он там... А, нет. А, нет. Там на остановке камера видеонаблюдения. Давай отправляйся быстрее. Никого нет, значит поехали обратно. Мы его обгоним немного. А, нет, не получится. Ладно. В следующий раз. Так, ну мы успели проехать, так что это не считается. Главное, чтоб ты сейчас ребят с вами трамваем не сбила. Поезжай в эту сторону. Да пошел ты в баню, слушай, Казнина. Пошел в баню. У меня есть план эвакуации. Как бы мы едем по другой колее. Но не делается, в этой игре это позволено. А то мы теперь его обогнали. Ну теперь вот передо мной едет. О! Трамвай едет. Главное, что нас сейчас еще не сбило Татара. Надо на зеленый свет успеть. Успеть, 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 успеть. Успели. Черт сзади. Нам сейчас, ребят, с вами по прямой. Ладно. Оп, впереди еще троллейбус какой-то ездит. Опять работаем. Я высадили всех на конечный. Теперь отправляемся в депо.
Не знаю, ребят, может на стриме и покатаемся подольше. А то и на новой карте. Которая скоро должна выйти. Не туда. Едь назад. Не туда ты свернул. Сной, не туда. Я тебя прошу, едь нормально. Фух, нормально едем вроде бы. Не сошли со штанг. Заезжаем, мигаем поворотником. Теперь сюда мигаем поворотником. Так, ребята, останавливаемся. Открываем двери. Это тоже является остановкой. Здесь мы стоим буквально 2 минуты настоящего времени. Но пока можем постоять, с вами поговорить. Ну как вам серия? Что? Как? Снимать ли еще? Рассказывайте. Подумали. Думаю, хотите, а может и не хотите, напишите в комментариях. Ну а сегодня у нас был вот такой вот красивый ЗИУ-10. Я не знаю, но мне как-то ЗИУ нравится, но больше БКМы. Не знаю, он просто красивый. Потому что мы небезопасно еще возле стрелки остановились. Думаю, уже время подходит к концу. Сейчас забудем закрывать дверь и отправляться в депо. Все, время отправляться. Так, секунду, ребят. Так, это здесь. Так, это нормально работает. Так, отправляемся. Так, заезжаем в троллейбусное депо. Ну что, ребята, вот такая вот получилась у нас серия. Думаю, вам всем понравилось кататься на ЗИУ-10. Особенно этот троллейбус понравился мне тем, что он желтого цвета. А я люблю желтый цвет, не знаю почему. А наверху у него такая приятная коричневая крыша. Ну или темно-оранжевая, кому как. Вот такая вот у него морда. Ну а в общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до свидания.